Дорогие друзья, решил я зачитать вам рэпчика чутка, в частности для молодого поколения. За что боролся я, за то и жил, к чему стремился я, за то и бился. Не падал в грязь, был стойким, по глотку испивая из чашки жизни горькой. Не боялся я глянуть дуло ствола, взять быка за рога, помычить скотина. И пойми, не в этом сила, сила в правде, да и в мозгах сила, в кулаках, в духе, в вере, в словах, о которых задумался бы и нацист, и олигарх. Эй, маленькая красавица, тебя там в будущем муженек достойный дожидается, улыбается, тебе нормально так еще расти, достойно это время проведи, учись, готовь, люби, живи, люби жизнь, неси добро, береги честь. Тебе ведь предстоит еще себя отдать лучшей профессии в мире под названием мать. Ну что, братишка, я знаю, ты слышишь меня. Ты без пяти минут глава семьи, а там фуфламицин какой-то пытается запудрить твоей будущей жене мозги. И что ты будешь с этим делать, а? От тебя ведь зависит будущее твоей семьи. И вот давай теперь скажи, что ты будешь с этим делать, а? Мальчишки и девчонки, а также их родители. Пора бы уже быть бдительными, не проморгайте благой услады, потанцовывая под сатаны баллады. У меня на этом все, но я бы мог сказать еще, что Моргенштерн и все, кто его поддерживает, говно. Но нет, не скажу, всем и так все понятно. Ничего нового я этим вам не расскажу. Пора и им меняться, над текстами там своими позаниматься, нести правильный посыл, хотя бы чтобы толк от них какой-то был. Йоу-йоу-йоу!